Как вы знаете, мы с Оскаром решили ограбить самый большой зоомагазин, но нас спалили и оставили в нем до утра. А ночью игрушки ожили и напали на нас. Магазин превратился в поле битвы, а на утро сотрудники, увидев бардак, решили звонить в передержку. И пока они искали номер, мы решили рассказать им правду. Джонни, скажи им, это не мы, игрушки сами на нас напали, у нас есть родители. Блин, они еще агрессивные. Срочно звоню. Алло. О, Джонни, я знаю, надо показать, что мы тиктокеры. Что они делают? Оскар, они не поняли, давай следующее. Ну что, поняли? Я не понимаю, что они делают. Ну, это наш коронный, вы точно должны знать. Кажется, я уже где-то это видел. Раз видел, давайте оставим до вечера и решим. Фух, Оскар, кажется, пронесло. Джонни, иди сюда, я, кажется, что-то нашел. Оскар, кажется, это картинка живой игрушки, но непонятно, что написано. Значит, надо найти телефон с переводчиком и перевести. О, это же Оскар и Джонни. Привет, я ваша фанатка. А вы их знаете? Да, у них почти 1 000 000 подписчиков в ТикТок. Отлично, тут можно войти на страничку хозяев. Звоню. Ура! Сможете приехать к 12? Замечательно, я вас дождусь. Блин, вчера в 11 игрушки ожили. Что нам делать? Надо расшифровать записку или бежать сейчас. Ну тогда мы разменемся с родителями. И как же нам поступить?